У меня сегодня праздник. Не бывало лучше дня, потому что первоклассник, называют все меня. Не волнуйся, моя мама, обещаю, твердо я, что гордиться мною будет скоро вся моя семья. У нас результат прошедшего учебного года был в этой школе очень достоин. 7 медалистов, 9 класс, детишки очень порадовали, 9 стобальников. Хорошая школа, очень такой хороший, уверенный, профессиональный педагогический коллектив. Очень хорошие, надежные родители, скажем так, я бы сказал. Школа, с одной стороны, не такая старая, как у нас есть, с другой стороны, не такая уже, что молодая. В начале 90-х годов она была построена. Посмотрели, походили. 3 музея в этой школе. Музей боевой славы, музей истории, краеведческий музей. То есть руководитель, знаете как, не то, что он работает, он должен это делать. Он к своей работе подходит прямо вот с такой открытой, с душой, с желанием. То есть это всегда очень ценно, очень приятно. И, конечно, все это сразу сказывается на качестве обучения, на качестве воспитания, которое происходит в этой школе. Ну и мы посмотрели с вами линейку открытия, тоже все обратили внимание, такой классический подход к празднику, такой вот он очень хороший, очень душевный, очень спокойный, очень семейный, очень понравилось, ну вообще в принципе здорово. Всех поздравляю сегодня с праздником, у нас во всем районе 52 школы, все пошли сегодня в 1 класс и в 11 классы, у нас общее количество более 24 тысяч учащихся сегодня пришли в школы, ну и конечно от всей души поздравляю. Поздравляю первоклашек родителей, у нас их 2700. Удачи, терпения и познания нового.